Всем привет, дорогие друзья, с вами Фомикс, и сегодня смотрим новую игрушку Gigantic X. Ну, видимо, это корейская игрушка, и это у нас что-то типа шутера с видом сверху. Короче, давайте посмотрим, вроде игра крутая и набирает достаточно сильные обороты. У нас идет сначала представление, то есть мы оказываемся в, я не знаю, в неком лагере, видимо, этих наемников или воинов, и у нас идет выбор, собственно, девчулька. Есть типичный Конор Макгрегор, Скарди, шутер, видимо, стрелок. Давайте девочку посмотрим. Она, видимо, какой-то навигатор. All systems green. Рея, ну, видимо, техничка. Они в покер играют, но это бугай. Да-да, пивко, все дела. Титан, файтер. А чё, файтер выиграл? Конор проиграл, походу, в покер. Итак, ребят, я прошел обучение. И сейчас, видимо, уже начнутся, наконец, миссии. Первая колония, Лавин. У нас, да, линейные миссии, то есть будем проходить. И выбор игрока. Ну, тёлочку с двумя пистолетами. Парень с топором. Простите, 21 век, он с топором. Хотя фиг знает, какой там век. Да, конечно, Конора Макгрегора, потому что как-никак он сейчас на слуху, поэтому надо пользоваться его популярностью и хайпить. Так, поехали. Жалко, что он без друзей, конечно, пошел. Придется в одного гамать. Ну, ладно. Игруха очень драйвовая. Напоминает Alan Shooter. Но типа космической тематики. Я еще могу поменять оружие и кидаться гранатами. Ну, оружие на дробовик, да, поменять. Еще непонятно, куда идти. Тут надо куда-то идти или просто на месте? Да, вот, отлично. Быстро-быстро надо продвигаться. Так, что-то... Ох ты! Ой-ой-ой-ой. Понятно, надо вот в эти штуки прострелять, и они взорвутся. Ууу, что там за дырень? Комплит прошли. Как он эпично залез в вертолет. О. Вон, следующая миссия. Так, давайте уже поменяем на телочку. Мне интересно, что она будет вытворять с двумя пистолетами. Ой, там, по-моему, разные сеты были. Надо будет в следующей миссии посмотреть. Ну, она немножко у ней по-другому все. Давайте бегаем. Ух ты, что она умеет? Так, поменяем у нее оружие. У нее лазер, второе оружие. Вау. Нет, с этим все плохо. Еще она может телепортироваться. Ну, это, в принципе, прям все умеет. Так, едем дальше. Серьезно. А, надо что-то захватить. О, пацан! Пацан мне в помощь, отлично. Так, не трогайте пацана, я его только призвал. Все, отличная мини-армия. Он, блин, он от яда нормально так получил дозу.
Ух ты! А, я сейчас умру! Серьезно, я сейчас умру? Что-то это вообще... Это вообще прям не круто. А, фух, слава богу, хилочка есть. Супер. Блин, этот тупой не понимает, что он от яда умрет. Не понимает, что от них надо уходить. Куда я стреляю? Ну все, пацана убили. Я один остался. Ну, мы справились. Надо зайти в вертолет, задрав ноги. И у нас третья миссия. Мне сейчас кое-что интересно. Тут есть разные сеты. О, да, вот это истинный Коннор. А, нет, понятно. Это надо искать броню, что ли. Ну-ка, девочка, как будет? Ладно, давайте пацана, наверное, третий раз попробуем бугая. А, у него вообще бесконечные патроны. Ну, неплохо. Опа, 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 ролик. Видимо, босс. Броненосец. А я уже все патроны потратил. Все эти заряды атаки. Ну ладно, окей. Чё. Ауч. Как с тобой сражаться? Тут, в принципе, можно блок проставить. Кстати, оружие поменять. Сейчас поменяем оружие. О, получается перчатка. А, есть еще и хилка. А так он... Да, он бьет кулаками. Эй, у него еще... У него новая полоска жизни, что за бред. Ничего себе. Воу-воу, что пошло? Второй уровень у всех поднялся. Так, у нас что-то новое появилось. Давайте это экипернем. А, у нас, видимо, появился какой-то джетпак, что ли. И новая планета, новые миссии на новой планете. Заодно посмотрим, что за джетпак. А, этот джетпак дает вот этот дополнительный удар, который все нахер взрывает. Прикольно. Так он не заряжается. Ну что ж, ребят, в принципе, на этом я закончу. Игруха убойная. Она убойная, в принципе. Очень драйвовая. И если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на игру, как обычно, в описании. С вами был Фомикс, на этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.